нашей стране сегодня нет возможности добиться справедливости в судебных инстанциях. К сожалению, органы юстиции в нашей стране до сих пор не очищены от слуг олигархического режима Плохотнюка. И судья Радика Бердила, его, к сожалению, сейчас нету, мы ее подождем здесь. Судья Бердила стала, ее имя стало таким нарицательным. Имя, которое означает, что в нашей стране, пока такие судьи будут находиться, пока не будут носить судейские мантии, не будет возможности для демократического развития, не будет возможности к нашим гражданам добиваться справедливости в судах. Именно поэтому мы сегодня пришли в рамках нашей гражданской инициативы «Право на справедливость» или по-молдавски «Дрептула Дрептати», чтобы отметить, дать такую метку судье Бердила. Мы также будем ходить и по другим судьям, прокурорам, одиозным полицейским чиновникам и другим так называемым слугам народа, которые служили Плохотнюку, а не народу. И мы будем задавать им вопросы, почему они до сих пор находятся на своих должностях, почему они, если у них есть честь, достоинство, почему они не ушли с должности, когда олигарх Плохотнюк, которому они служили верой и правдой, исполняли его заказы, они не ушли, почему до сих пор эта система не очищена. Также я сегодня принес Радике Бердилу две розы. Почему две? Ну, потому что по молдавской традиции на похоронах обычно используют парное количество цветов. У нас в стране сегодня есть политический труп, это демократическая партия, которой она служила, и в угоду которой она выносила судебные решения, наплевав на мнение сотен тысяч кишиневцев, да, и наплевав на демократическое волеизъявление, наплевав на мнение народа. Я хочу почасти уже. Моя активиаза на персону, которая в чего тимпо урма, анулатори алегерили демократичи, Республика Молдова, яка спечала алегерили локали, примарul и генерал. Acum să vedem în pragul alegerilor noi. Deci până când mai există această persoană în serviciu, adică eu vorbesc de Rodica Bердила, noi nu putem fi siguri că alegerile nu vor fi anulate. Ba mai mult că atât, această individă care poartă o mantie de magistrată a dus un prejudiciu atât de grav Republicii Moldova, atâtea imagini, dar cât și prejudiciu material, apropo. Deci după această decizie ilegală, una aberantă, Republica Moldova a suferit un prejudiciu moral pe plan exterior și prejudiciu material. Deci noi am fost privați de o susținere materială din partea partenerilor de dezvoltare. Noi am pierdut granturi în sumă mai mare de 100 de milioane de euro. Dar cel mai important, bunii mei prieteni, alegerile locale au fost finanțate și petrecute din banii contribuabili, din banii bugetului Republicii de Stat. Deci au fost cheltuite 10 de milioane de lei pentru alegerile primarului general. Prin urmare, această doamnă, nu cred că la propria inițiativă, cu siguranță a fost impusă într-un mod oricare, a anulat aceste legi care au fost perfect legale. Deci noi, cum azi, dorim să o vizităm, să discutăm cu dumneavoastră, să o mai întrebăm de ce mai este pe loc. Căci șeful e nemijlocit, Vlad Plahotniuc, traficantul de droguri și de persoane, este plecat. Deci ea nu este cu dânsul. Deci mesajul este clar pentru noi, noi suntem cetățenii Republicii Moldova, care totuși dorim ca să fie schimbări în justiție, ca așa fel de persoane să nu mai existe în instanțele de judecată Republicii Moldova. Deci, până la urmă, avem această dorință și este motivată după decizii care au fost emise de această magistrată, așa numită. Deci, suntem în pragul legii, stimați prieteni. Până când este această doamnă, noi nu putem fi siguri că legile vor fi validate și, până la urmă, să avem un primar ales. И по молдавской традиции на похоронах, на поминках обычно используется парное количество. Почему роза? Ну, потому что это символ демократической партии, которой она служила. Мы ее сейчас дождемся, чтобы сказать ей это в лицо, чтобы задать ей вопрос, почему она до сих пор находится на своем месте. И я предлагаю всем гражданам, всем неравнодушным,
особенно тем, кто пострадал от олигархического режима, тем, кто считает, что в нашей стране есть много судей и прокуроров, которые не имеют ни морального, ни законного права, если ссылаясь на декларацию парламента о захваченном государстве, работать в органах юстиции. Давайте будем приходить к этим слугам олигархата, говорить им в глаза, давайте будем их прогонять, если надо, даже в прямом смысле этого слова, давайте открыто выражать свою гражданскую позицию.